Всем привет из Одессы. Сейчас 5 апреля 2024 года. Мы прогуливаемся по городу. И сейчас мы прогуливаемся возле оперного театра. Несмотря ни на что, люди женятся. Как видите, тут свадьба, фотосессия. Как всегда, вы можете прогуляться по экскурсиям по центру города. Шикарную. Также у нас очень много туристов, как бачите. Ну, как много. Туристы. Людей вообще нет, как для субботы. Субботнего 11:30, а нигде нема, конечно. Идемте прогуляемся возле оперного. У нас уже 3 дня назад включили фонтан, ребятки, в Одессе. Теперь у нас будет шикарный вид. Тоже шикарный. Экскурсионные машинки, автобусы, ребятки. Кто желает, может приехать посмотреть город. Ой, какие шикарные тюльпанчики. Посмотрите, какая красота, ребят. Тюльпаны. Красивые, да, ребята? Дитё радуется. А, цветочки. Ребенок радуется цветочкам. Мы, ребята, оперный театр наш. Красивейший оперный театр. Видите, какая красота. Красота. Когда они уже зацветут, наши шикарные деревья, где мы будем все фоткаться. Все будем здесь фоткаться. Ну, людей мало, ребята. В городе мало людей, хоть и говорят, что полно. Я здесь живу, я хожу по базарам, везде хожу, людей мало. Не верьте, очень мало, очень много уехало с города. Поэтому сейчас зайдем в эту арочку. Покажем вам вид из арочки. Смотрите, как вам? Ну разве не шикарный вид? Этим моментом хочется.